Вот так вот вроде включилась. Вот дорога. Она моя ровесница. Говорят люди добрые. Засекайте. Асфальт. Ни разу еще ремонт не был. Вот так вот она тянется куда-то туда. Куда она идет, Паша? МЧСовской подстанции. К МЧСовской подстанции. Мимо бывшей Байдаевской котельной. О, мимо бывшей Байдаевской котельной. Вот так строили в Советском Союзе дорогу. На века. Ну, полвека она точно уже ходит. Ну, потрескалась, естественно. Ну что, 50 лет все-таки, наверное, срок. А не то, что он там в прошлом году сделали, в этом году засыпали отработанным асфальтом. И молодцы. Вот такая фигня в городе Новокузнецке строится. Ну что, куда нам двинуть-то? В Косогор туда. Сейчас не пойдем, да, по нему? Смотри, блестит все. Краса, роса. Вот этот Косогор пришел бульдозер. И зачем-то его разровняли. Что, для чего? Сколько тебе много чего? Клубники росло раньше много. Ничего не Вот, осталась клубника и асфальт. Немножко. Вон Иван чай проблескивает. Маленько. Вдоль дороги. Пойдем яблоню искать. Вот такая вот скулак. Если найдем. А? Может, ее нету давно. Не. Загнулась. Не. Это нам еще надо подняться в Косогор. Сломать его. Не, а там в лагу стоит одна. Как она там очутилась? Одному богу известно. Это деревня была. Деревня была. Ага. Вот там что-то раскопали опять. Вот за эту ты помойку говоришь, да? Вот, видишь, он туда вот дорожка идет. На-на-на-на-на-на. Очистные. Такие очистые. И вот с этой дорожкой сюда. Потому что там очистные, видишь, внизу. А помойку вот как раз вот это вот что там? То ли дорога? Дорога это отсыпанная. А я-то думаю, что там? Вот через эту вот ложок. Там джипарик в прошлом году что-то летал. Я думаю, перевернется, не перевернулся. Он поди там дорогу им намечал. Ну что, все, пока.